И уже совсем скоро в обиходе появится новая купюра номиналом в 1000 гривен. Нацбанк ее уже якобы напечатал и со дня на день должен презентовать. Об этом, ссылаясь на собственные источники, в НБУ сообщил интернет-сайт ОНН. По их информации, было несколько вариантов оформления банкноты с изображением писателя Пантелеймона Кулиша, либо ученого Владимира Вернадского. Какой именно вариант утвержден, пока загадка. Мы связались с пресс-службой НБУ, но там от комментариев отказались. Сообщили только, что о дне презентации предварительно сообщат. А мы поинтересовались у экспертов, как повлияет на экономику появление 1000-гривневой купюры. Вихід купюри – це не сигнал, це реакція на високу інфляцію і девальвацію. В цьому році план 9%, я думаю, буде десь 12% інфляція. Це означає, вже через рік треба думати про 2000 гривень, а може про 5000 гривень. Ви знаєте, які великі зарплати у наших чиновників, так? Особливо правоохоронних органів, суддів. 200 тисяч, 100 тисяч. І незручно вже видавати зарплати такими дрібними купюрами. Та політика, яка сьогодні проводиться, к сожалению, вона способствує тінізації економіки. І ця купюра косвенным образом способствует этому. Да, она войдет в обслуживание нашего теневого оборота в большей части, потому как человеку для расчетов не нужна такая купюра. И те купюры, которые есть, великолепно выполняют свою функцию, и можно ими рассчитываться.